Господи, как я устал. Надо бы прилечь спать. Блин, что так не спится, я не понимаю. Блин, что так не спится? Непон. Непон. Отвали. Ты издеваешься? Отвали. Я пытаюсь уснуть завтра, у меня работа сложная. Я твой сонный паралич, и я собираюсь тебя убить, алло. Мне ли не посрать? Слышь, ты должен меня бояться. Ты понимаешь это? Это моя работа. Ты вообще хоть чего-то боишься? Нет. Кроме понижения зарплаты. А-а-а, как ты меня бесишь! А что если... У меня есть! Ты не против, если я твою кровать сломаю? Это что, твоя лампа левитирует? Вообще пофиг. У меня есть такой ножик. Я сейчас его воткну в тебя. Что тебе, больно? Мне пофиг. А ты издеваешься. Вообще пофигу. А как насчет бензопилы? Господи, хватит делать яркие вспышки, я пытаюсь уснуть, отвали вообще. Да ты издеваешься! Я хоть как-то смогу тебя испугать? Не. А что если... Что? Что если я скажу тебе то, что ты будешь выплачивать кредиты до конца своей жалкой жизни? Вообще пофиг. У меня и так их 32. Чаще. Зарплата твоя понизится до нуля. Ты будешь работать за крошки. Тебе ничего не будут платить, просто крошки будут давать. Мне пофиг. Я и так питался голубями. Что-то еще? Ну, даже не знаю. Пенсия будет выплачиваться никогда.